Сегодня первое, вот прямо холодное утро. Да, Белый? Ой, ну зато солнечно. На улице прямо чувствуется, наверное, градуса 3 было ночью. Вот. А сейчас идет на прибавку, так как солнце вышло. Алиса забрала свой шашлыкевич. Несколько кусков. Несколько, три куска. И скрылась в неизвестном направлении. Каштанчик. С кленом растут. Белый со мной не пошел. Оставил меня на произвол лисий судьбы. Ой. А, вот ты где. Я тебя и не заметил, мадама. Ты все, да? Шашлычок положительно повлиял на тебя, я так вижу. Вот. Ладно, я понял. Не отсвечиваю. Ухожу. Дверь закрываю за собой. Да. Вас не видно. Вы спрячетесь среди своих дров. И лежите. Так как крокодил Гена. И вас не видно. И только скрип вас выдает. Ты так мышей ловишь, чтоб они мимо тебя бегали. Ну ты же скрипишь. Да, да, да. Ложись. Вот, все. Дверка открыта. Доступ только для лис. Идем дальше. Тут у меня опять помеченные гири. Причем они помечены. Вот это, ладно, лежит на полу. Но это же стоит на второй ступеньке. И все равно взяла и пометила. Ну вот как так? Эх. А, я пью утренний чай.